А вы в видении в вашей внучке что-то видите от бабушки, от ее, то есть от, нет, вернее, уже получается от прабабушки, от вашей мамы что-то находите в ней? Я вас должен расстроить, что я нахожу черты своей мамы в моей правнучке. У нее уже дочка да, родилась, да? Да, правнучки, два годика. Как назвали? Вот, Мия. Ну, такая, такая золотка. Потрясающая. Ну, чувства, конечно, особые. Мой отец всегда говорил: Лень, ты не понимаешь, когда у меня сын родился, что такое любовь деда к внукам или внучкам и отца. Это, говорит, разные. Я это ощутил, когда у меня родился сын, и потом, когда родилась внучка, а когда правнучка, я, во-первых, не думал, что я доживу до этого времени, да, и вот в ней, я так про себя окружающим не говорю, но я вижу черты моей мамы, да. Но она более энергичная, конечно, она как юла такая все время. Та поспокойнее. Красивая, спокойная женщина, мама была. Да.